Это одна из моих любимейших картин, этот женский образ. Его, в принципе, хотел приобрести Тульский художественный музей, но как-то у нас пока еще не сложилось в связи с кризисными обстоятельствами в стране. А так, конечно, этой работе место, ну, музея, наверное, музейной коллекции. Писал натурщицу, и она замерзла, так набросила на себя пальто. Очень понравилось, как вот это, вот эти фиолетовые волосы и цвет лица вот с этими руками. Настолько вот этот серо-серебристый, красивый, который обволакивает этот фон. Волосы, они внутри картины растворены. То есть здесь как в квантовой механике, нету вакуума. Вот этот вакуум, он дышит, тело переходит в вакуум и наоборот, действует друг на друга. Это метафизика. А какой левый глаз? Это просто фантастика. Фиолетовая с нежнейшими зелеными оттенками, изумрудными. Сюда можно вот запилиться, как шурупом. Какие изумительные изумрудные, опять же, губы. Просто красота. Здесь в каждом миллиметре столько всяких оттенков. Поэтому нельзя подходить к этим образам каким-то стандартными трафаретами. Ну вот даже иконопись, она, если так посмотреть, там тоже какие-то очень удлиненные тела, какие-то непропорциональные вещи, совершенно другая пластика. Но к этому привыкли к этой красоте. Люди с поколения в поколение передают. Вот. А это новая совершенно другая пластика. Конечно, она вначале не воспринимается, но потом появится, конечно, определенное количество людей, которые будут просто получать огромнейшее удовольствие от этого. Надо одеться, потому что когда пишешь вот такое, так устаешь. Как говорят врачи, в это время поднимается давление, обмен веществ усиливается. Вот, и после этого человек как будто его били. Вот. И очень тяжело быстро сделать, вот это все выхватить. Вот. А уж потом можно заниматься мелочами. Самое главное — схватить целое, потому что из целого состоит жизнь. Вот так вот. Такая вещь живопись.